модели L60, L90 и L120GZ присоединились к семейству погрузчиков Volvo в 2015 году, позволив сократить производственные расходы клиентов на развивающихся рынках. Эти машины оптимизированы специально для работы с ковшами благодаря системе поворота ковша Volvo Z-Bar и подходят для различного применения. Энтоне, расскажи нам о преимуществах данных машин. Эти колесные погрузчики применяются очень широко. Добыча песка, гравия в карьерах, работа на асфальтобетонных заводах, транспортировка легких материалов, различные работы на строительных площадках. Вот где данное оборудование может показать себя наилучшим образом. Двигатель, трансмиссия, мосты аналогично установленным на известной серии F колесных погрузчиков. Конструкция Volvo обеспечивает оптимальную производительность, высокую эффективность, низкое потребление топлива и максимальную надежность. Передние и задние мосты оборудованы дисковыми тормозами мокрого типа. Мощный двигатель Volvo обеспечивает высокий крутящий момент при низких оборотах. Внутренняя циркуляция масла поддерживает оптимальную температуру масла мостов. Это обеспечивает долгий срок службы и высокую производительность. Дополнительно для модели L120GZ предлагается внешний масляный охладитель мостов. Для обеспечения отличного тягового усилия передний мост в стандартной комплектации оснащен 100% блокировкой дифференциала. Автоматическая трансмиссия PowerShift имеет 4 режима работы. Можно выбрать режим L для операций загрузки и перевозки на большое расстояние, режим M для среднего расстояния, а также режим H для коротких интенсивных рабочих циклов, таких как погрузка машин. При работах общего характера можно установить автоматический режим. Уникальная эко-педаль снижает расход топлива. Для нее используется механическая система противодействия нажатию педали газа для поддержания оборотов двигателя в пределах экономичного рабочего диапазона. Гидросистема Volvo с авторегулированием по нагрузке обеспечивает подачу гидрожидкости к функциям только при необходимости. Данные эффективные системы обеспечивают быстрый отклик для сокращения времени циклов, что способствует плавности работы навесного оборудования, рулевого управления и точности перемещения груза. Вентилятор с гидравлическим приводом и электронным управлением вращается с необходимой интенсивностью, поддерживая надлежащую температуру и экономя топлива. Z-образный рычажный механизм Volvo обеспечивает высокое выровное усилие для эффективной выемки даже очень плотных материалов. Система Z-Bar прекрасно сочетается с оригинальными ковшами Volvo. Они эффективно работают, образуя единый надежный механизм. Специальные ковши разработаны для соответствия параметрам конкретных колесных погрузчиков, включая геометрию стрелы и выровное усилие, тяговое усилие и усилие подъема. Функции автовыравнивания ковша и автоподъема стрелы работают быстро, точно останавливая ковш и стрелу в предварительно выбранных положениях. Благодаря этой простой в использовании функции растет производительность и уменьшается нагрузка на оператора. Поручни, противоскользящие ступеньки и платформы для техобслуживания облегчают вход в кабину, очистку стекол и выполнение других задач по обслуживанию машины. Ничто не может сравниться с комфортом просторной кабины, разработанной Volvo. Оператор может быстро настроить эргономичные условия работы. Рулевая колонка регулируется. Подлокотники, сиденья, рычаги управления имеют большой диапазон регулировки. Простой доступ к элементам управления. Круговой обзор обеспечивает удобство и точность операций. Дополнительный комфорт обеспечивают системы кондиционирования и обогрева, как в раскаленной пустыне, так и в условиях северной зимы. Воздух, поступающий в кабину, эффективно фильтруется через предварительный и основной фильтры. Это позволяет поддерживать чистоту и свежесть воздуха в течение всего рабочего дня. Система Volvo Contronics непрерывно контролирует процесс работы машины в режиме реального времени, выводя данные на дисплей в кабине. Диагностику можно выполнять также с помощью ультрасовременной телематической системы, установленной на вашей машине Volvo.
CareTrax обеспечивает доступ к различным рабочим данным машины для экономии ваших затрат и времени. Для надлежащей работы машины необходимо ее техническое обслуживание. Но вы хотите провести его максимально быстро, чтобы ваша машина снова вернулась к работе. Отличный доступ к отсеку двигателя и радиатору облегчает их обслуживание, сокращая время простоя. Каждая ступица оснащена индикатором износа тормозов, позволяющим быстро и легко отслеживать износ тормозных дисков. Чтобы убедиться в надлежащей работе тормозов, необходимо лишь запустить электронный тест системы тормозов. Сапуны основных компонентов погрузчика оснащены фильтрами для максимальной чистоты поступающего в них воздуха. Для удобства обслуживания тормоза расположены в ступицах колес. Не требующие обслуживания опоры заднего моста имеют смазку на весь срок службы. Это сокращает время, затрачиваемое на обслуживание и другие операции, уменьшая ваши расходы. Для максимальной прочности ковши Volvo производятся из высококачественной стали, а в наиболее подверженных износу зонах – из особо износостойких материалов. Пальцы с двойным уплотнением, препятствующим попаданию пыли и сохраняющим смазку для длительного срока службы пальцев. Качество – это всегда первоочередная цель Volvo. Все колесные погрузчики Volvo оснащены качественными компонентами, имеющими высокие эксплуатационные характеристики, надежность, работоспособность и длительный срок службы. Колесные погрузчики L60, L90 и L120GZ могут выполнять любые ваши задачи –